Ну, что я могу сказать? Самый интересный момент мы пропустили. У меня игра не записывала. Я просто сидел и шутил на камеру. Привет всем моим любителям видеоигр. С вами Хачок Инкорпорейт и менеджер собственной персоны. И мы проходим Assassin's Creed 2. На нас уже охотятся стражники. Мы пропустили, как убили нашего батю. И... Зачем Все он очень это плохо. делает? Все реально очень плохо. Зачем я это делаю? Нет, мои Зачем я это чудесные делаю? люди. Я не знаю, зачем я Я это делаю. знаю, что Я, вы может, должны знать, что я бы должны мог, в принципе... знать. Кто же может быть у вас Что такой заставило мужчину вести себя? я мог сделать? Я мог записывать интересные моменты из Assassin's Creed. Но на самом деле здесь их очень и очень немного. Баги и приколы. Типа... Здесь на самом деле багов реально не очень много. Вот в Выходите, переиздании, друзья! например, Черт, которая здесь вышла, вот страшно! там полно багов, особенно с лицами. Но... Где шьют Но такие плащи? здесь... В Милане? У меня странное чувство Так, так, насчет так, та, этого та, та, места. та, 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 Я та, хочу... та. Спокойно. Ты меня не видел, чувак. Меня здесь не пробегал, на самом деле. Я не Эцу, я... не знаю. Я Корва Давай из сюда! Dishonored. Так. Пойдем-ка мы по крышам, на самом деле. Чё они научили меня клинком-то скрытым пользоваться? Взяли просто, запихнули в игру. Так, нужно отсинхронизировать вот это место. Это что-то... Что-то уж как-то... Совершенно неизвестная местность. Не хочу по ней бегать. Не знаю, где я, не знаю, кто я. Так, сюда, да? Да, сюда. Все верно. Почему орел? Мне интересно, вот почему орел? Че такого в орле? Почему, например, не голубь? Было бы прикольно, если бы тут голубь летал. Вот как в Battlefield 1. Так. Тише, тише. Спокойно. Главное не попадаться... не попадаться чувакам из той семьи и стражникам. Они будут постоянно на меня охотиться. Теперь. Боюсь, это не тот дом. Нет. Нет, это он. Интересно, как мать воспримет смерть отца? Рада познакомиться с тобой, месье Рецо. Блин, я подумал, Анетта, что это моя хорошего мать. мнения о тебе. Конечно, Понимаю, моя мать почему. шлюха, но... Спасибо на добром слове, Но... Дона... Типрего, Это ж не... зови меня Паула. Прямо... Спасибо за то, что приютили мою Вот семью, так вот. Паула. Не стоит благодарности. Ты должно быть устал. Может, приляжешь? Нет, грация. Я не могу остаться. Почему? Куда ты собрался? Убить Уберто Альберти. Я понимаю, ты жаждешь отомстить. Но Да. Дон Фоланьяр опасный противник. А ты не убийца, Эцо. Не нужно нравоучений. Да не Но я опасен. сделаю из тебя Не убийцу. И опаснее, вы на хотите самом научить деле, меня той убивать? Не семьи. убивать. Я даже не Я научу запомнил их тебя, как фамильные, остаться в живых. фамилию. Пойдем. В моем ремесле главная осторожность. Мы должны Окей. свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тот же должен уметь Ничем научиться не научили меня смешиваться с пользоваться, на самом толпой. деле. А, так, денежки, денежки-то нужно. Вот так Девочки вот. научат тебя. Так, секунду. Десять монеток? Охренеть! Целых 10 монеток трачу на это. Это жопа, я... Бля, я 30... Я 30 голды потерял, 30 фунтов. Это жопа. Та-та-та. Прячься. Вообще, какое у меня задание, я не понял. Неплохой портной.
Это-то да. Мне неплохой портной. Но это вообще одежда бати, если че. Так что... Это, да, такое. А, растворись в толпе, чтобы стать невидимым для стражников. Окей. Че, мать тут... А, смотри-ка, она за мной идет. И долго мне выполнять это? Я его знаю. Серьезно? А, опа, опа, получилось, смотри, где. Они меня заметили, но, типа, не заметили. Я не понимаю, как они меня не замечают? Они что, настолько тупые? А, теперь я понял все эти шутки про тупых стражников. До меня все дошло. До меня все дошло. Где там мать-то? Так. Та-та-так. Главное, чтобы сразу же не заметила. Это лицо мне знакомо. Черт, главное, чтобы не заметили. Эй, кто это там? В смысле, кто? Это я. Марио. It's me, Марио. Я не Эцо, я Марио. Луиджи. Надеюсь, они сюда пойдут. Да, да, надеюсь, они за моей матерью. Ой, блин, это ж не моя мать. Это проститутка какая-то. Владелица борделя. Во, владелица борделя. Будем ее звать так. Но долго еще это обучение будет, а? Мне уже задолбалось ходить. Я понял все основы. Бене, теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя воровать. У-у-у. Отлично. Нажмите и наткнитесь на человека, чтобы покрасть его. Что нажать? Пожалуйста, сеньор. Я просто хочу попасть вор! Домой. Я уже... Вор! Эцо, если ты что-то украл, не стой столбом. Помогите! Держите вора! Окей. У пяти разных людей. Да я ж уже украл у пяти. Да я у десяти, наверное, украл. Так, в смысле? В чем проблема? Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой не милый. Такой милый. Теперь, когда ты научился подходить к врагу, нужно подобрать тебе оружие. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, меч и наручи моего отца. Откуда они у вас? Он же был у меня. Он же был уже у меня. Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Си. Но при чем здесь этот художник? Отнеси ему... эти вещи и увидишь. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. У нее грязная рука? В смысле, почему у нее грязная рука? А, она же владелица борделя. Ну, не знаю, может, ее в говно окунул кто-то. Виноват. Простите. Серьезно, не понимаю. Та-та. Привет. А, че, мне им заплатить, что ли? Во, как это работает. А, приказать группе следовать за вами. Нажмите голову. Нажмите голову. Так, я не понял, в смысле? Да, жди. Андиамо. Подходите, господа. Опачки. Стоп. Опачки. Это работает, смотри, как ты. Так, клинок мне до сих пор недоступен. Ну, ладно.
Сейчас немножко денежек. Чутка прям заработаем. Грабеж! Пертутые дьяволы! Так. Давайте на крышу теперь пойдем. Сколько мы... Да блин, мы даже сотню монет не украли. Ну серьезно. Тебя не уйди! Бля, они на крышах. Серьезно. Так, мне... Да ты... Эколо, бей его! Так, я его деньгами, конечно, не закидаю, но... Ах ты ж гад! Так, упал? Упал, все, шикарно. Он упал. Все, он больше нам не помеха. Заебись. Грация, мама! Простите, сеньор. Я разгневал вас. Так, нам нужно бы найти... Нам бы лекаря найти, а то жизни-то вообще нет. Блин, тут... Где-то я уже... Та-та, спокойно. Спокойно. Не-не-не, ты меня не видел, чувак. Меня не существует. Давайте-ка сверху пойдем. На всякий. Нет, на это я не способна. На что ты там не способна? Мой член слишком длинный для тебя. На это ты не способна, да? Какого... В смысле? Лекарь, лекарь. В прошлом месяце виконт купил у меня 30 лет. Этот нам не нужен. Для кавалерии. Блин, вообще даже рядом лекаря нет. Я вам не платил. Валите отсюда. О, Эцо Аудиторе. Привет. Не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что? Конечно. Знаете, пойдем. Для сюда. Очень подавленного юношу, на глазах я которого убили всю так, его семью, родного место. Брата, отца, хорошо, маленького мальчика, которому он помогал. У него больно спокойный голос на самом деле. Мне это не немного знаю, напрягает. Это. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Может, это локализатор и так дерьмово. Боюсь, ой, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Озвучки. Медиспиаче. Русские дубляторы, дубляжиторы. Что ты делаешь? Этот текст зашифрован. Ну, если поняли. Моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо. Если его заботит... буквы, его больше заботит клинок, чем третью. Смерть родителя. Серьезно. Да он ебануть им меня вот. Даже с готово. Моими шутками. Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Верменте? Извини, но это обязательно. Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Бене, только побыстрее. Я пошутил. Когда-то этот клинок требовал жертв, но его переделали. Можешь оставить свой палец себе. Так, нажмите что-то там, чтобы выбрать спрятанный клинок. Невероятно. Это точно. Два, короче. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Извини, только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Конечно. Окей, мы поняли. Пропустить спасибо можно, за... нет? Да, нет, что починил. Нельзя. Это стража Флоренции! Откройте дверь! Ох ты ж, ёб твою мать. Минутку. Жди здесь. Так. Вы Леонардо да Винчи? Си, чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется. Лишь бы его не поймали, бедного Леонардо. Хороший малый, на самом деле. А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города.
Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Нон фаре ин финто тонто. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? О, типичное быдло. Только быдло решает вопросы насилием на самом деле. Но это Флоренция, это какой-то 1300-й год. Да. Хрен его знает тогда. Отвечай, тогда мы... Оп. Он ему что проткнул? Ему жопу, что ли, проткнул? Извини, что так вышло. А, ничего, и грубость меня не удивляет. А тело? Леонардо же неженка. Только что на его глазах убили человека. Это вот что, для вас нормально, что ли, я не понимаю? Херня какая-то. Спрятать клинок получше. Что? Переноска тел. Нажмите Shift. А, типа, нужно перенести тело. У него что? Ебать. Он... Ну что, обладает сверхсилой, что ли? Спокойно. Я к Леонардо его перенесу. Туда. Окей. Видишь? Никаких следов. Спасибо, Леонардо. Для него, походу, это реально нормальное дело. Пожалуйста, запомни. Мне аж плохо даже стало от всего этого. Принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджиле эмея маджи. Типа мой клинок делать еще толще, толще, еще длиннее, да? Окей. Окей, чего нет. Так, мне к доктору надо. Я больной. Получше спрятан... А, получен спрятанный клинок. Окей. Приобрести умение ассасина. Или приобрели умение. Какая разница мне? Мне уже насрать на это все. Серьезно, ну ты че не мог... Блять, Эцио, ты такой криворукий, блять. Ты такой, сука, неуклюжий. Это пиздец какой-то. Ну давай уж, прыгай быстрее. Заебись, кирпичная кладка, да? Я такой, наверное, даже в жизни не сделаю. А, так. Сюда прыгнуть. Сделать прыжок веры. Но бога-то нет, в кого верить. Так, а чё нам? Чё нам делать-то? Почему туда нельзя? Какого хера? Какого хера нам нельзя туда? Там единственный лекарь, которого я вообще заметил. Должно быть француз. Держи я его. Да успокойся ты меня не... А, во! Во, лекарь. Да вы серьёзно? Корабли, заходящие в главную гавань, будут облагаться налогом в зависимости от количества груза. Так, ну-ка. Ну-ка. Уважаемые члены Арта дель Камбио, традиционное собрание откладывается в связи с правовыми затруднениями Гонфолоньера. Опа, вот так вот сделаем. Собрание будет проведено после казни. Так, черт, там эти братья или как? Бытланы, короче. Тебе нужна медицинская помощь. Да, мне нужна медицинская помощь. Полечи меня, доктор. Ой, принять. Блин, может еще тогда лекарство купить? А то что-то как-то... Сколько? 75? Мне хватит вообще денег. Да, хватит. Блин, тут все такое дорогое на самом деле. Поверь мне, друг, скоро тебе станет лучше. Сожалею. Проклятие. Меня обокрали. Я знаю его. Ну, знаешь, молодец. Но я-то скрылся. Ты меня не заметишь.
Блять, они идут прям со мной. Я прям рядом со мной идут, серьезно. Охренеть. За ним. Какого? Окей. А, ну да, они же говорили там что-то типа «Беги, когда ты украл». Ну ладно, будем бежать. Еще один контакт. Черт. Возможно, это он. Вот сволочи. Как мне обойти их? Давайте наверх заберемся, что ли, не знаю. Будем как настоящие ассасины поверху прыгать. Так, кстати, а здесь ведь стража, точно. Здесь ведь стража. Это очень плохо на самом деле. Что-то стражников я не... Опа, опа, опа. Опачки. Это один из символов. Что он означает? Он здесь не просто так, это точно. Можешь рассмотреть его? Угу. Боже мой, это невозможно. Это же компьютерный код. Секунду, сейчас я скомпилирую его. Это зашифрованный файл. В смысле? В смысле зашифрованный? Я ж в игре, но ведь как... Я не могу открыть его, он совместим только с самим Анимусом. Твою ж! Тогда отправь его Десмонду. Просто не верится. Диву де Чало, он сумасшедший. Так, не понял. Привет. Я... Наверное, ты знаешь меня под именем Объект 16. Слушай, у меня мало времени. Я должен тебе кое-что показать. Что? Нам всем лгут. Все, что мы знаем. Все, что нас научили. Все это ложь. Окей. Чувак, успокойся. Давай нормально. Хорошо. Давай вести конструктивный монолог. Я разделил его на 20 частей. И снабдил каждую пароль. Осторожность не повредит, да? Королева Изабелла? Нет, не она. Какой цвет, а? Неважно. Пароль к первому файлу спрятан на этой странице. Что? Что он сказал? Найди его. Найди их все. И тогда ты узнаешь. Да завались, я понял. Найдем, что найдем. За хрень? Как это оказалось в нашем анимусе? А, блок памяти. Я перенесла блок памяти 16-го из Абстерга в анимус 2.0. Наверное, он взломал его, когда Видик оставил его одного между сеансами. Минутку. Знаки на стенах в Абстерге написаны кровью. Это подсказки. Он говорит нам, чтобы мы искали их в анимусе. Окей. Ебануть, по-моему, даже меня. Да тут, по-моему, все ебануть меня на самом деле. Стой, охрен, так много картин. 5 из этих мифов выросли на одной и той же почве. Но... Серьезно? Серьезно? А чё за миф это? Как приблизить? Суд Париса, Триумф Вакха, Идуны Яблоко, Гермес Герсы, Аглав. Чего? Я ж... Да бля, я ж быдлан, я ни хрена не понимаю. Слишком сложно как-то. Так. Вот, грехопадение может. Рождение Венеры. Геракл в саду Гесперид. Атланты и Гапами. А! Понял. Все, я понял. Ни хрена я не понял. Я понял, что я нихера не понял. Вот. Давайте пойдем дальше по миссии и уж закончим минут через 2. Долго же тебя не было.
Это нормально. Леонардо любит поболтать. Надеюсь, вы не только болтали. Я дала тебе что знание, нажать-то? А Леонардо клинок. Осталось только сделать дело. Где мне найти Уберто? Мои девочки говорят, что вечером он будет на показе новой картины Вероккьо. Нет, я... я так не могу. А, где управление? Где черт управление? Так, вот, вперед, назад, влево, вправо. А, заметные действия. Это кнопка 1, чего? Кнопка 2. Кнопка 0. Бля, я даже не понимаю. Я даже не понимаю, что тут. Что за кнопка 1 и кнопка... Это на мышку, наверное, по-моему, да? Это shift, это рука без оружия. Shift, окей, голова, space, ну это все знаем мы. 4, выбор оружия, E. Up, down, left, right. Выбрать цель, A. Контекстная камера, E. Фокус камеры, C. Карта, пауза. Вид от первого лица, это 9 вообще. 9, это вид от первого лица, серьезно? Присмотрите за моей матерью и сестрой. Конечно, это... Конечно, во время ролика это не будет работать. Чё пытаюсь? Сейчас проверим. Чё тут, судья, присяжный палач, окей. Убить этих троих чуваков. Во! Но почему-то от первого лица нельзя ходить. Странно, на самом деле. Как ассасины такие. Вот так вот. Да, ну ладно, я тогда закончу вот прыжком веры на самом деле. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на меня в Фейсбуке, в Твиттере, и всего вам хорошего. Покеда.